кавказскую языковую группу нету включения. Картвельская языковая семья не является родственной ни абхазо-адыгской, ни нахско-дагестанской. Она настратическая группа. Это все наши лингвисты говорят, все наши ученые, академики, академики, доктора исторических наук говорят это. Наш абхазский научный институт это весь говорит. Понимаешь, этот Денис? Да, да, вот так наши говорят, академики, доктора исторических наук, да. Астема, это не так, я объясню почему. Что значит не так? Что ты мне можешь объяснить? Ты что, лингвист, что ли? Что ты мне можешь объяснить? Ты историк, Во-первых, ты медиевист, и в глубокие древности я тебе не советую вообще лезть и там рассказывать, что абхазы якобы пришли сюда. Абхазы абсолютно автохтонные, бля. Понятно? Астема, потому что мы антропологические... Я ни тем, ни другим не являюсь, братцы. Куда это доказано? Нравится это кому-то или не нравится? Мне похую! Вот так вот! Понятно? Это вся академичка. И я тебе не советую лезть в глубокие древности. Понятно. Что якобы абхазы пришли? Откуда абхазы пришли, слушай? Что ты, ты что, лингвист? Что ты заходишь и лезешь в лингвистические вещи? Ты что думаешь, ты, короче, здесь доктор исторических наук у нас в Абхазии, что ли? Или что ты, директор АБНИ, что ли? Я тебя завтра в АБНИ поведу, там тебе объяснять, что такое грузины пришли сюда. О чем ты говоришь, слушай? Ты здесь уже наговорил, что абхазы пришли. Якобы в ТикТоке сняли, выложили. Абхазы абсолютно автохтонные. А грузины пришли народ. Слушай, дальше. В абхазской академической науке. Что, говорит? Ясно. Не нравится, сможешь пойти в АБНИ, там тебе расскажут. Ну, послушай, будешь ты мне рассказывать грузинский язык, кто такой? Я 5 лет изучаю глубокие древности, могу тебе миграции рассказать. А ты медиевист, твое дело средневековье. Не знаешь глубоких древностей, не лезь. Или пойди с Давидом Канделаки пообщайся, он тебе объяснит, кто такие грузины и когда они пришли сюда. Астема. Я являюсь аспирантом АБИГИ. Ты являешься медиевистом. Медиевист — это средневековье. Я общаюсь с докторами исторических... И с Олегом Гашбой я общался, и с Гурамом Гумба, и с Давидом Канделаки. Вот сегодня, час назад разговаривал. Аста. А ты медиевист, ты мне будешь что-то нам, короче, внедрять, что картвельские там какие-то, прогрузинские какие-то пропаганды слушать. Понимаешь? Успокойся, пожалуйста, что ты кричишь? Что значит успокойся? Ты за языком следи своим, ты тут уже наговорил, что абхазы якобы пришли. Абхазы являются абсолютно автохтонные. Мы здесь лингвистически и антропологически сформировались. Грузинский язык пришли на Кавказ, это доказано. А ты медиевист, твое дело средневековье. Аста, слышишь, брат? Да. Лора, слышно меня? Да. Да, да. Добрый всем. Я зашел буквально на минутку. Добрый. Аста, узнал ты меня? А ей, да. Маджа, единственное, что скажу, со чего базара нет, тут просьба такая по-братски, не выходи на эмоции. Ора, да, не выхожу, слушай, он, вижу. Слушай, заходит, прокладки какие-то, то он там наговорил, что абхазы, Денис, откуда абхазы пришли, а ну-ка докажи мне. Послушай, Астемир, теперь меня, пожалуйста. Во-первых, откуда? Ты сказал, что абхазы пришли, тебя записали, выложили. Откуда абхазы пришли? Сейчас мне докажи. Астемир, я тебе говорю, ничего доказывать не собираюсь. Да ты сказал, что абхазы пришли тоже. Докажи, откуда пришли, когда пришли. Денис спросил, Денис. Денис, говорю, Аста, то есть.
Ах, вопрос задал, да, дай он ответит. Я жду, да, пусть ответит. На прямой вопрос, не нам, мне демагогию не надо, слушай, сказки мне не надо. Послушай мне, да. Ора, подождите, дайте ему успокоиться, Ора, по-братски. Успокойтесь, вы, друг на друга. Ты чё? Общаемся, да. Знаю я этого человека. Я тебе говорю, откуда Денис Абхазы пришли, докажи мне. Источники, археология, говори, где? Я тебе ничего не буду, пока ты не перестанешь кричать. Есть кого-нибудь? Брабус, бампер на 140-й. Есть тему малость, поменяйте чуть-чуть на 5 минут. Брабус, бампер есть у кого-нибудь на 140-й? Оригинал. Найдем, Феликс, найдем. Вы что, на потеху этим врагам тут ругаетесь? Всякое бывает. Не надо ругаться. Ора, я извиняюсь, пацаны, я на минуту зашел. Денис, да, это Дима, ей наш минуту, подожди. Зачем наружать? Ора, слушай, он поднимается, слушай, не лингвист, глубокими древностями не занимается, медивист. Я ссылаюсь на академиков, на докторов исторических наук. Он будет сидеть с вами. Все, короче, успокойтесь по-братски, натуре это. Аста, я тебя отключаю, братан, потому что... Сегодня у Аста на Роншлаг, я так понимаю. Что с ним сегодня? Подождите, что это? Что он сейчас сказал? Рождается, братцы, понятное дело, но не переходите по-братски на эмоции, тем более, брат... Я думаю, Милат и Ир был. Ора, я вот здесь всегда ругаться у Сераста по-братски. Ну, не хочу я. Гости, зачем ты надо? Же видишь, мы же это. Во-первых, я с Камра знаю лично, начнем с этого. Не хочу ему грубить, естественно, что я с ним как бы лично хорошо знаком. Во-первых, во-вторых, кричать тут не надо. А того, что ты кричишь, это не доказывает твою правоту. Во-вторых. А в-третьих, если грузины где-то вырезали... Ты здесь какие-то делаешь, слушай. Если тебе интересно, завтра можешь мне позвонить обсуждать. Я просто это обсуждать не буду. Все, обзираюсь. Подожди, давай в обни завтра пойдем. Завтра в обни пойдем, расскажешь мне, откуда абхазы пришли. Я хочу услышать это при докторах исторических наук. Абрай, храхаой, ашамзан. Ашаропуй, братцы, ашаропуй. Я его маму ебал, 2,5 человека, вот здесь находимся, блядь, неужели мы... Ора, слушай, он там сказал, абхазы пришли, его записали, выложили потом, ёпта. Ора, понятное дело. Нахуй говорить, так вот, делать нечего, что ли? Пусть докажет, что... Я докажу, что абхазы автохтонный, Он говорит, что автохтонный, но кто-то когда-то... И вот ты пойми, что он говорит, кто-то когда-то по-любому куда-то пришел, понимаешь? Нет, он там не сказал, это... что абхазы не пришли его и ни один раз это он говорил. Послушай сюда меня, Гоша. Любой народ когда-то пришел куда-то. Нет, послушай сюда меня. Абхазы антропологически здесь формировались, я понимаю, антропология, мы понто, и лингвистически, мы здесь сформированы, а Гордвеллы позавчера ночью пришли сюда, и я буду это говорить, что они пришлые, и все доктора исторических наук наши говорят в Абхазии, что они пришли, и так им и надо, пусть они живут с этим, что они пришли, это доказанный факт, слушай. Нету здесь человека, давай не будем это делать. Иди на завод. Иди нахуй отсюда, твой рот ебал, твою маму трахали, блядь. Сука, ты, блядь, твою маму когда трахали, ногу тоже порезали, чтобы хромала. Иди нахуй отсюда, твою маму ебал. Ты тоже ноги парад на Руставели заебал, блядь. Шо нахуй отсюда, блядь. Ара, блядь, хмела ты эгу ядзим, и чё ядзим. Все, ларги вахуз, Дима. Лучше посмотри, блядь, город хромых женщин. Гоша, знаешь, в чем разница? В том, что он свое мнение... Я тоже. Он при себе должен держать. Он не навязывает. Аста, я тоже так считаю. Вот послушай сюда внимательно. Я тоже считаю, что абхазцы — это понтийцы. Это те люди, которые антропологически сформировались человека разумного здесь. Я тоже так
так считаю, так считает и Джавахишвили, и Асатьяни, и Воронов, много ученых, которые так считают. Но есть другого рода ученые, которые считают после ледникового периода, блядь, там кто-то куда-то пошел. У нас ледникового периода не было, Гоша, здесь. Ну я к примеру назвал. Нет, Гоша, да, Homo sapiens здесь 40 тысяч лет назад появился. Человек, да, первые останки первобытных людей, Гоша, были найдены и у нас, и в Грузии. Нет, послушай, Homo sapiens 40 тысяч лет назад здесь появился. Но мы эти даты не рассматриваем. Тут речь идет о том, что мы антропологически и лингвистически здесь... Я с тобой согласен, потом, да. Понимаешь, где ты, вот, они потом... Гоша, вот, у нас они потом, твой Денис сказал, что вы пришли, твой Денис, а то, что Денис говорит, что это хуй знает сколько тысяч, миллионов лет назад, они это потом не говорят, блядь. Да он, слушай, как сказал, и это не один раз говорил. А что, абхазы не пришли? Все, когда пришли, слушай, мы ниоткуда не приходили, мы мы антропологически, лингвистически с нуля здесь сформировали. Ты понимаешь, мы здесь появились, а грузины пришли сюда. В шестом веке абхазские земли до Фазиса, до Риони доходили еще. Вот здесь вот от Ингура до Риони, вот этот огромный пласт земли, в шестом веке нашей эры абхазы там жили еще, понимаешь? И они заселенные сейчас другим народом, и мы здесь с нуля сформировались, и мы должны считать, они в шестом веке здесь появились. Можно тебе один вопрос сказать? Остановись на секунду. Да. Скажи мне, пожалуйста, история — это точная наука? Ну, ты сейчас вот эти прокладки мне не делай, слушай, надо вставить. Ну, при чем прокладки? Боже, это не да точная ты наука. О чем ты? На что ты это? По-твоему, свою веру. Они же когда скажу, Астамон. Гоша, комплекса это все доказано. Комплекс. Я с тобой согласен, что абхазы — это понтийцы. Я с тобой даже спорить не буду. Гоша, послушай сюда меня. Я комплексно... Дай я доскажу, пожалуйста. Дай доскажу. Историки, почему они историки? Потом они собираются в свой круг, каждый выводит свою версию и пытается... Правильно, я Денису пытался объяснить свою версию, при себе оставь, не надо навязывать кому-то. Тебе нравится так думать, ты думай, не надо мне навязывать. У меня, у Олега Гажба, у Гурама Гумба, это доктора исторических наук, у нас одно с ними мнение, у меня такое же мнение, как у наших докторов исторических наук. Но у Дениса Гопи другое мнение, и почему-то он мне его должен навязывать. Почему это я так должен так? Почему это он мне навязывает? Почему ты считаешь, что он навязывает? Все, Лохоц по-братски, давай оставим. Тебе же никто, Маже, не говорит за твою... Я ссылаюсь на наших докторов исторических наук, на грузинских, на еще каких-то... Ну скажи по-братски, Астамон, мы же не навязывать, слушай, вот это здесь ходить, слушай. Что это? Я тоже согласен. Клянусь матерью, я со Стамуром полностью согласен, и я в своей версии. Давай оставим эту тему другую. Я клянусь всеми, я точно так же считаю, точно так же изучал, читал. И я знаю, допустим, два народа автохтонных на Кавказе: нахка-дагестанцы и абхазы-адыги. Все. Я других не знаю. Все, остановимся. Вот Пиндос тоже подтверждает все. Ну, равно так же за это никто не говорит о раисте. Просто, знаешь, у меня еще какой вопрос?